Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем наше вещание. И сегодня нас ждет беседа с юными активистами Карачаева-Черкесии. Но прежде чем мы приступим к беседе, я предлагаю узнать, какая погода ждет нас в эту пятницу. Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь-гроза, ночью в отдельных районах сильный дождь с градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Ветер северный 6-11 метров. Температура воздуха ночью плюс 8-13, в горах плюс 3-8, днем до плюс 27 градусов тепла и местами до плюс 18. В Черкесске без существенных осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем плюс 25-27 тепла. «Будь выше» – именно так называется молодежный социальный проект, в рамках которого 20 студентов стали участниками школы юных тренеров Карачаева-Черкесии. Они прошли специальное обучение, которое позволило им узнать, как проводить тренинги и разработать авторские методики. В ходе реализации в республике была учреждена Ассоциация юных тренеров, члены которой провели тренинги по профилактике наркомании для тысячи студентов-первокурсников Черкесска. Сегодня у нас в гостях тренер школы Джамал Гербеков и участница прошедших тренингов Амина Тимрезова. Здравствуйте, ребята! Рада видеть вас сегодня у нас в студии. Прежде чем мы расскажем об Ассоциации юных тренеров и о том, как проходили тренинги, чему вы обучались, давайте расскажем нашим телезрителям, собственно, более подробно о проекте. Основная его цель, чему он был посвящен и для чего, собственно, его реализовывали в нашей республике. Цель проекта была посвящена созданию Ассоциации юных тренеров с целью профилактики наркомании. Это такая серьезная проблема, достаточно не только в КЧР, а вообще в принципе среди молодежи, да, достаточно распространенная. Да, и я, будучи активистом многих площадок, прошел отбор по, ну не отбор, а прошел тестирование по выявлению лидерских качеств, благодаря чему меня пригласили на школу юных тренеров, в которой я обучился не только как вести тренинг, но и то, как различать разные отрасли преподавания. То есть это учитель, тренер, фасилитатор и многое другое. Какое интересное слово — фасилитатор. Да. Кстати, очень удивительно, я бы посоветовал раскрыть эту такую преподавательскую деятельность, потому что она очень интересная. И прошел этот форум, прошла эта школа в Домбае. То есть в рамках проекта была организована вот школа юных тренеров. И ты стал одним из 20, да, вот этих участников, да, правильно? Да. А помимо тебя, ты же знаешь ребят, они все с Черкесска тоже, да? Как вот, что за тест такой на выявление лидерских качеств? Просто интересно, как можно выявить у человека лидерские качества? Ну, этот тест составляла сама Карина. Это Карина Тамбиева, она является руководителем данного проекта. И этот тест проходил в виде и письменного, и в электронном формате, после чего она узнавала, способен ли человек вести за собой, да? То есть... Влиять на людей, да, скажем так. Итак, вы прошли отбор, 20 человек отправились в Домбай. Сколько дней проходила у вас школа? 3 дня мы обучались. И насыщенные были дни? Это даже, ну, легко сказано, потому что именно в те дни, когда мы проходили, были многие эксперты на данном форуме, можно так выразиться, потому что первый день это было знакомство, второй день мы проводили самоанализ, и в третий день мы проходили практическую часть, благодаря которой мы смогли выстроить те или иные темы, которые нам ближе всего. То есть благодаря темам, которые мы сами выбрали, мы сейчас, данный период времени, проходим, даже до сегодняшнего момента мы проходим тренинги. У тех же экспертов мы спрашиваем их мнение, и мы дорабатываем ту часть, которую мы выучили. Вот. Если вот говорить о прошедшей школе, ты сказал, были тренинги, а какая тема ближе всего была тебе, что понравилось больше всего, что интереснее было для тебя? На данный промежуток времени я прохожу несколько тем,
Потому что меня много тем интересует, которым я хотел бы поделиться с другими людьми, которые входят в проект. А участниками, точнее, целевой аудиторией данного проекта являются первокурсники самого города Черкесска. И я обучал их мотивации, успеху, лидерству и счастью. Ну, то есть я обучал их... Как быть счастливыми? Как быть счастливыми, да. Наверное, очень важный вопрос для всех нас, в принципе, да? Очень важно, да. То есть многие люди до сих пор не знают, что такое счастье. Вот это поворот, оказывается. Я думала, счастье для каждого свое. Джамал, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь о том, что ты обучаешь, да, и мотивации, и наставничеству. Давай расскажем нашим телезрителям немного о тебе самом, да? Чем ты, в принципе, занимаешься, на кого учишься, и почему тебе вот стало интересно вот это наставничество? Я обучаюсь в среднепрофессиональном колледже Северо-Кавказской государственной академии, и там я обучаюсь на специальности «Право и организация социального обеспечения». Как раз, кстати, близко, мне кажется, да, вот к тематике наставничества, да, что-то такое. И оттуда подали, можно сказать, попросили, ну, точнее, нет, я по-другому выражусь, с министерства поступило письмо в наш колледж с целью выявить тех активистов, которые больше всего себя показывают. А я в колледже очень активно себя показывал, я и выступал, и проходил олимпиады, все, что хочешь, делал, честно сказать, даже не пересчитать сейчас в уме. И таким образом я попал в... Число претендентов, да? Да, и стал членом Республиканского студенческого совета в Министерстве по делам молодежи Карачао-Черкесской Республики, где на сегодняшний момент одна из сотрудниц, это как раз таки Карина Тамбиева, в тот же момент из-за того, что она видела во мне то, что я являюсь активистом республики, она и подумала, почему бы и нет, и в конце концов дала мне тест, который который прошел, и в итоге попал вот в эту школу. Вот, помимо этого... Я являюсь председателем в своем колледже, именно отделение, и там тоже я как-то пытаюсь... Показываешься, о, да? Да-да-да. И из-за этого у меня есть какая-то, можно сказать, какие-то полномочия для того, чтобы устраивать тренинги. Я поэтому собираю людей, чтобы они могли чему-то научиться. И пока ни одного какого-то отрицательного отзыва я не слышал в свою сторону. Но тебе это нравится, я так понимаю, да, данная деятельность. Нравится, а если говорить о ребятах, которые с тобой проходили школу, что это за люди? Знакомы вы были ранее или, в принципе, впервые вот встретились на школе? Что бы ты вообще, кстати, мог о них сказать? Вот есть ли какая-то общая черта у всех, кто там присутствовал? Да, у всех было желание. Это самое главное, потому что многие люди, которые проходили эту школу, они горели желанием учиться, они были нацелены на то, чтобы какие-то получить навыки в том или ином месте. Многие, если бы приехали, они бы более акцентировали свое внимание на то, как они находятся, в какой они в среде находятся. То есть в Донбайе, конечно же, было бы... Отдых, да? Больше. И они были нацелены, они практиковались, они проходили очень много практики, и в конце концов у них очень получились хорошие кейсы. Я вам скажу честно, потому что многие из них показали себя достойно. Эксперты оценили, в том числе и меня. И что я могу сказать о них? Каждом общая черта, которая нас связывает, это скорее, вот как я уже и сказал, целеустремленность к знаниям, к просто у нас было желание получать какие-то навыки, какой-то опыт у экспертов. А что касается экспертов, с экспертами мы знакомы хорошо, они также являются очень компетентными в своей среде. Вот. В общем, тебе понравилось, да? Ну, ты да, скажи, да, пожалуйста, после школы ты все-таки проводил уже тренинги или пока что еще нет? Проводил. Вот как? Проводил, я да? Уже, да, у меня. А где? И много ли было людей? Страшно ли было? Или, в принципе, нормально, волнения не было? В моем колледже я провожу. А, там же у себя я же, на базе. Полномочия есть, я, конечно же, да. А, я думала, может быть, вы в разных местах. Ты до этого, может, просто проводил тренинги в колледже, но получается, что после до этого я тоже проводил. Ага. Только сейчас просто качество другое, да? Да, но сейчас уже чуть больше я набрался опыта какого-то и могу сказать, что уже смело могу как-то себя показывать в области на знаний про мотивацию, ну, вот по тем, которые я изучал. Коуч, скажем да, так, да? Да, ну, я также хотел выступать в других колледжах, но я думаю, сначала я наберу какое-то определенное количество для данного проекта, но в конце концов я хочу набрать еще больше людей, которые смогли бы учиться. То есть сейчас, если моя цель 50 студентов, почти уже как раз-таки эта цель выполнена, то значит... В следующий раз я буду брать около 400 человек.
То есть амбиции присутствуют, и хочется больше людей обучать. А сегодня с нами вот Амина присутствует. Она была студенткой, да, проходила тренинги. Скажи, пожалуйста, да. Ты у Джамала проходила тренинги? Да. У него, да? Да. Получается, вы учитесь в одном учебном заведении, да? А, ты первокурсница, судя по тому, как целевая аудитория, да? Да. Расскажи нам, приоткрой такую тайну, потому что Джамал-то понятно, рассказывает, что классно, были тренинги, я там учил мотивации, а ты как свидетель этих тренингов, что на было? На самом деле, я как участник, который прошел все эти тренинги, очень удивлена, потому что я узнала очень много нового, чего я еще не знала, даже не думала об этом. Вот. И на самом деле эти тренинги были построены настолько грамотно и интересно, что даже люди, которые не смогли принять участие, да, не захотели, они уже на следующие тренинги пришли и тоже участвовали в них. Угу. Вот. А что, это один раз был тренинг у тебя? Нет, или? несколько раз, да. Ага. Несколько раз проходили тренинги, вот, каждый тренинг нес... Чему-то был посвящен, да? Да, нес разные темы, вот, и... А что тебе больше всего понравилось из тем, которые озвучивал вот Джамал? Что тебя зацепило, скажем так? Просто сложно представить, 17 лет, да, наверное, где-то тебе 17-16, раз первый курс. Что может вот тебя так задеть? Мотивация или счастье, да, как ты сказал? Лидерство, да. Лидерство. Что тебе больше всего понравилось? Наверное, это лидерство, потому что каждому, я думаю, что нужны качества лидера, успех, да, каждый хочет в жизни успеха, вот, и на самом деле то, что я прошла эти тренинги, были для меня полезными, потому что я сделала для себя пару заметок, вот, как идти дальше, да, по этой сфере. Ну, можно смело сказать, что колледж СКГ — это прям кладезь лидеров, да, таких потенциальных. А если не секрет, а на кого обучаешься? Я обучаюсь на факультете информационных технологий и проектирования. Mm-hmm. Я программист по профессии. Вот. Одна из самых востребованных профессий на данный момент, да. У нас, да? А как ты вот считаешь, те знания, которые ты получила на тренинге, каким образом можно их применять в жизни? Ну, на самом деле, я думаю, что те знания, которые я там получила, можно использовать в разных сферах. Даже в том же нашем колледже можно также устраивать какие-то мероприятия. Я уже сама могу тоже попробовать их вести, но пока немножко волнуюсь, наверное. Ну, все впереди, почему бы и нет. А, Джамал, Амина, у меня вопрос вот такой. Как вы считаете, насколько реально полезны подобные проекты? И действительно ли нашей молодежи нужны такие проекты? Или все-таки это просто времяпрепровождение, как вы считаете? Я уже на эту тему разговаривал с Кариной, и я уверен, что я буду подталкивать ее к тому, чтобы она продолжила, то есть сделала следующий проект, это продолжением этого, потому что я считаю, что именно такие проекты, они позволяют улучшать наше общество. То есть сейчас есть очень много людей, которые зависают, как многие говорят, я грубо выражусь, в телефонах, те, кто не стремятся к чему-то. И если человек не стремится, то я считаю, что он проведет свою жизнь не так, как захочет. То есть он будет сидеть дома. Сейчас это человек не осознает, что он просто так время тратит. Потому что это вот так. То есть ты даже сам не заметишь того, что время настолько быстро пролетит, что у тебя не хватит времени. Я считаю, если мы будем проводить такие тренинги, то мы сделаем так, что наше общество будет лучше. А это главная задача. Амина, а ты как думаешь? Ну, я считаю, что... Нет, конечно, не зря. Я думаю, что это надо продолжать, и это должно быть. Это нужно внедрять потихонечку, но это должно присутствовать в жизни каждого студента, я думаю, потому что некоторые студенты, они приходят на первый курс, да, возможно, некоторые не хотели получать профессию, ту, которая у них сейчас, да, и такие тренинги, на самом деле, некоторые могут помочь с тем, что они определяются, узнают, что им нужно, чего они хотят в жизни. Вот, поэтому я думаю, что это надо продолжать обязательно. А скажи, пожалуйста, ты посещала только тренинги Джамала или, может быть, другие? Нет, я еще посещала тренинги другого тренера. А что за тема просто была? Интересно. У второго тренера была экология, насколько это важно. Вот, там тоже я узнала, на самом деле, очень много интересного про... О чем не задумываешься в жизни. Да.
часто мы упускаем такие маленькие вещи, которые очень серьезно влияют на нашу жизнь. Джамал, скажи, пожалуйста, вот школа прошла, вы проводите тренинги, провели, да, практически уже, я так понимаю. Да. А чем будет измеряться результат? Вот, ну, какая конечная, вот такая, такой показатель, скажем так, сколько-то тренингов должно пройти? Или как вот Карина потом будет проверять вообще результаты своего проекта? Как я знаю, честно сказать, вот я буду говорить то, что знаю, и не буду как-то пытаться сойти с темы. Дело в том, что задача Карины — обучить 1000 человек. То есть нас всего 20 человек, и задача каждого из них — обучить по 50 человек. То есть таким образом мы вот расширяем кругозор наших сверстников вот, с целью улучшения и развития. Может быть, кто-то просто из ваших, да, слушателей тоже заинтересуется этой темой и тоже захочет, да? Конечно. А вот перспектива выпускников данной школы, в чем она заключается? Ну, сейчас вы вот провели хорошо тренинги, а дальше как будет развиваться? Ну, я нацелен на то, чтобы продолжить создавать тренинги, создавать и делать их еще лучше. И не только потому, что именно сейчас проходит проект, а потому, что я и собираюсь дальше их развивать. Ага, все, понятно. Скажи, пожалуйста, вот если говорить о темах, которые ребята подготовили, вот Амина сказала еще про экологию, да, как бы слушала тренинг. А ты помнишь вообще какие-то интересные еще темы для тебя были, звучали ли там? Там было про финансовую грамотность. Там рассказывали. Потому что, наверное, необходимо сегодня не только молодежи. Да. То есть каждый тренер, он может и не идеально все проработал, но у каждого из тренеров была какая-то цель, и у них были какие-то навыки. То есть в чем отличие фасилитатора и тренера? Когда ты тренер, ты обучаешь людей благодаря своему опыту. Когда ты фасилитатор, ты не только коммуницируешь, знакомишь и разбавляешь ситуацию между участниками данного тренинга. И вот каждый из них, каждый из тренеров, у него был какой-то свой опыт, и про финансовую грамотность было слушать интересно, потому что это реально одно из тех тем, которые очень актуально в данное время. Ты сказал, что каждый участник школы, он как бы готовил программу определенную для своего тренинга. Вот как ты прошел этот путь, где черпал вдохновение и знания в первую очередь? Наверное, точно опыт жизненный, ну еще что-то, да? Ну, это было что-то с чем-то на самом деле, потому что тот факт, что у нас только 3 дня на то, чтобы обучиться, и будучи тем человеком, который находится в Донбайе, было тяжело, как это сказать, терять время. И поэтому мне приходилось даже ночами не спать и писать программу. Когда я писал программу, было много чего, по пути которому я учился. Даже вот когда писал, я уже практиковал те или иные знания, которые мне были вручены экспертами. И все это проходило на самом деле очень... Ну, для меня лично это было чуть сложновато, потому что... Объясню почему. Когда я писал программу, я находился в это время на улице, на веранде, где у нас и главная площадка, где мы как раз-таки и обучались. И там у нас, нам были предоставлены флипчарты для того, чтобы мы расписывали программу, расписывали то, что мы будем говорить. И в тот промежуток времени я был совсем один. То есть, представляете, тот самый момент, когда ты пишешь программу, и ты находишься на веранде Донбая, где хороший воздух, где красивый вид. И на самом тебе деле, приходится это... писать программу, да? Да, но все равно, когда пишешь эту программу, тебе все равно интересно. То есть ты настолько поглощен тем, что ты делаешь, ну, это удивляет. И тот факт, что остальные тренера, которые обучались, они спрашивали мнение у экспертов, а я в этот момент писал сам, и в конце концов, когда на этот тренинг посмотрели, эксперты сделали вывод, что было так, как нужно, а что как бы не учел. А скажи, ты свою программу как-то протестил, прежде чем выносить на публику? Вот я же говорю, я писал программу, и наша задача была в конечном итоге показать на практике, чему ты научился. И в тот же день, когда почти закончилось наше время провождения в Донбайе, эксперт сказал, чтобы мы, каждый сейчас вышел со своей темой и со своей программой. И как раз-таки я вышел, и я как раз сказал тем тренерам, которые присутствовали, и также рассказал экспертам про свой проект. Вот так я это затестил.
Что ж, ребят, на самом деле я рада, что мы сегодня с вами встретились, услышать новую информацию, и надеюсь, наши телезрители тоже почерпнули для себя что-то полезное, особенно наши юные телезрители. Я хотела поблагодарить вас за столь активную жизненную позицию. На самом деле это залог будущего развития, когда молодежь к чему-то стремится. Пожелать вам успехов во всех ваших начинаниях, и спасибо, что вы сегодня были с нами, ребят. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Увидимся с вами совсем скоро.